конечно. Выпускайте рачков, поехали. А, жесть, ну вот это вот люто. Вот это настоящий пацан. Все, GG. Давай, давай, давай. Хорошо, я настоящий. Да, опять я настоящий не могу найти. Заинтригован боем антимага против Террорблейда? Тогда переходи по ссылке в описании либо подсказке сверху и смотри, кто же оказался проворнее и сильнее. Ну а сегодня у нас предстоит бой между Террорблейдом и Леориком, двумя жесточайшими машинами. Кто же окажется сильнее? Смотрите в этом выпуске. Всем привет, дорогие друзья! Что ж, сегодня у нас новый выпуск рубрики 1 на 1. И сегодня мы будем сражаться Террорблейдом против Леорика. Прямо сейчас спускайтесь в комментарии, пишите, кто же у нас победит, независимо от того, как мы сегодня будем душить. Вы еще не видели видос, но уже напишите комментарий, а потом посмотрите, были ли вы правы или нет. Что ж, друзья, это два сильнейших персонажа, которые просто ломают. У одного есть две жизни, а у другого с сатаником будет три жизни. Но кто победит, сегодня мы узнаем. Друзья, попрошу вас максимально проявить активность на этих видосах. К сожалению, видосы выходят сейчас реже, потому что не могу их писать один. Попрошу вас, ребятки, поставить 1000 лайков. Я знаю, что вы можете, и вы это сделаете. Чем раньше поставите, тем быстрее выйдет следующий видос, и там будут другие герои. Ну и что ж, сегодня вам пожелаю приятного просмотра, ну как обычно, друзья, и мы начинаем. Поехали, жесткую зарубу. Ну что, дорогие друзья, всем здорово, наконец-таки мы начинаем. Надеюсь, правила вы помните все, что вот так заходить нельзя, вот по вот этим вот меткам. Конечно, сегодня мне будет помогать Евген Тамхелзович. Здорово, бро. Здорово, здорово. Вот, сегодня у нас Антонио ушел на покой, помянем, так сказать. И что ж, первая стадия у нас проходит 6200, как вы все помните. На 6200 мы уже, в принципе, закупились, сейчас примерно с такими слотами будем сражаться. Ну и что ж, в принципе, после этого сыграем доп, потом, как обычно, пойдем уже в лейт-артефакты, конечно же, тоже доп, и поиграем без артефактов. Посмотрим, кто у нас получится из персонажей чуть-чуть посильнее, может кто-то будет очень слабенький из персонажей, но не знаю, какие у тебя ставки на... Вот, ну честно, вот, Тамхелс, у тебя есть ставки, кто победит? Как думаешь? Ну, я думаю, у Леорика есть все шансы. У Леорика все шансы, то я тебе скажу, мама, не горюй. Ну и что ж, я в принципе, так как я не знаю, я всегда любил Террорблейда, поэтому я сел, естественно, Террорблейда и посмотрим, что у нас получится. Ну что ж, тогда в принципе ты готов, да? Тогда да. Самое время, наверное, нам провести первую стадию, ребятки. You dare speak to me. Ну что, друзья, самое время тогда у нас подраться в первом раунде. Тамхелс, ты готов? Готов. Выпускайте рачков, поехало. У меня пошел ЦМ-ку долбить он. Хорошо. Ой. Как хорошо мне БМ пригодился. Ты смотри, у тебя же еще БМ был, да? Че ты его сразу не нажал? Там я хотел дожить до стана. Мне буквально одной секунды не хватило. Я понял. Я хотел, чтобы шокнуть из первого раза. Первый раунд такое. Тяжеловато, да, было? Но сейчас, ты примерно сейчас понял уже, что да как. И я думаю, разберемся в next раунде. Ребят, пока вот такой раунд, поехали на второй. Ну что, друзья, вы как видели уже у нас по 12 уровню. Да, мы специально так прописали, вернее, случайно я так написал. И это очень плохо, потому что experience будет даваться очень быстро. И придется по чуть левел поднимать. Но ничего. Ты готов второй раунд, да, Тамхелс? Да, готов. Ну что, поехали, друзья, второй раунд. Выпускайте рачков. Так, ну стан откинули. Давай-давай. Хорошо. Оп. Second life. Мне еще рефлекшена дожить. Ну... Шанс, да. Ну, видишь, я, получается, сдозировал в БМ немного. Понимаю, что у тебя стан 8 сек. КД и... Нормально.
Но второй раунд тоже получился за Террорблейдом. Сейчас, может, попробуют там Хелсона что-то пересобрать и посмотрим, что у нас выйдет. Поехали. Так, ну что, друзья, у нас там Хелс немного поменял билд. Он вышел, в принципе, в дефолтный через армлет. И тут уже будет проблема. Возможно, еще будет какой-то армлет гейминг. Но посмотрим, как будет происходить. Пока что Террорблейд ведет. Но сейчас, я думаю, мне будет очень тяжело. Ты, в принципе, готов, да? Да. Да-да, выпускайте рачков. Поехало. Уф. Задушу. Так, ну вот, кстати, вот это очень хорошо. А, не хватило, прикинь, там дэмэджа чуть-чуть. Прикинь. Ваня, я рано армлет нажал. Слишком рано. Рано армлет нажал? Ты попытался еще чуть переармлетить, да? Да, там у меня уже там без шансов было, там уже три иллюзии стояло. Да, кстати. Ну, тебе нужно вот эту тему как-то немного пресечь, и потом уже посмотрим, что будет происходить. Но, в принципе, я, если честно, сейчас очень близко было, я думал уже все, ГГ, сейчас понятно. Точно. Ну что, друзья, у нас сейчас готовится четвертый раунд, и там Хелс у нас решает таки оставить такой же билд. Он считает, что этот билд более оптимальный, и с ним можно... В принципе, сейчас как-то подыграть, но я пока также оставляю. Ну, будем додалбливать раннюю стадию уже такими темпами. Чё, ты готов, да, в принципе? Поехали. Выпускайте рачков, погнали. БМ-чик в студию. Дизармик. Я не протянул. Ой, мне тебя добить надо. Добить надо. Ох, хорошо, еще БМ есть. И рефлекшн. Ну, тут вообще пишешь. Тут вообще как-то без шансов. Я даже не знаю, мне что-то хочется даже тебе подсказать что-нибудь, а я даже не знаю, что в принципе подсказывать. Ну, такой четвертый раунд пока вообще никак Лерик не подтаскивает. Ну, самый, ну вот билд вот этот просто очень хорош тем, что 4 секунды он просто ходит у нас там в дизарме и ничего не может сделать. Ну что ж, это, сейчас будет пятый раунд, и потом пойдем допы. И я, наверное, поменяю билд и посмотрим, что у нас Террорблейд будет делать против Лерика с другим билдом. Потому что этот билд очень хорошо подходит против Лерика. Так, ну что, друзья, там Хелс у нас также собрал такой же билд. Я, если честно, думаю, с таким билдом шансов у него будет побольше. Я также буду стоять, как и он. Но посмотрим, что получится. Ты готов, да? Да. Это у нас пятый раунд. После этого пойдем дополнительные. Let's go. Выпускайте рачков. Погнали. Выпускайте рачков. Дизармом заткнул меня сразу. Теперь моя очередь. Мне главное слить тебя до... Ой-ой-ой. Ну тут нет... Блин, если б я даже махнулся сейчас. Махнулся с иллюзией, я бы уже там не вытянул. Рановато я дизарм тебе повесил, кстати. Ну, наказал таки Леорик. Да, с таким билдом чуть, ну, полегче даже. Видишь, уже хп, и хп нормально, и промах, еще и дизарм. Тяжеловато. Помогает, да? Да, помогает. Ну, давай сейчас тогда дополнительный раунд. Посмотрим, смогу ли я как-то это переконтрить. И пойдем уже в драки без ограничений. Так, ну что, друзья, поехал у нас дополнительный раунд. Там Хелс, ты готов, да? Выпускайте рачков, погнали. Хорошо. Вот ты дизарм кинул, я жду, отхожу, хорошо. Моя очередь дизарм кинуть. Сейчас как раз иллюзия будет. Вот, я просто, видишь, выждал тайминги. Хорошо. Для промах хороший. Ну, видишь, переконтрил, ну, все равно. После реса у меня вообще шансов нет. После реса, да. Если ты мне не слил все хитпоинты после реса, уже шансов нет, потому что я ультимейтом перекрою твое здоровье. Но, как видишь, в принципе, расконтрили. Сейчас нажал все правильно, и получилось переконтрить тебя. Ну, в принципе, вот такая вот у нас получилась первая стадия. Ну, Террорблейд вроде как победил. Обязательно напишите в комментариях в ранней стадии, кто, по-вашему, конечно же, доминирует. Но пока Террорблейд доминирует. Там Хелс, чё, как скажешь? Что, оправдал ожидания? Да, вообще не то. Вообще не то. Ну давай посмотрим тогда сейчас в драках без ограничений, что у нас будет выходить. А там уже будем разговаривать. Поехали.
Так, ну что, друзья, приоделись мы уже Евгеном у нас. Посмотрите, какие у него слоты. Он взял себе Хекс, взял себе Абиссал и определенный артефакт. Но у меня как-то вот так простенько. Посмотрим, получится ли у меня за первую его жизнь. Посмотрите, у него 2000 маны. Мне кажется, я все равно не сожгу, но постараюсь что-то сделать. Мне кажется, у него погрознее немного бьют получился. А ты как думаешь, у кого лучше? Сейчас посмотрим. Во, вот это, кстати, четко. Но у меня бабочка, видишь, у тебя МКБ, это значит контр-артефакт. Ну ничего, сейчас посмотрим. В общем, ты готов, да? Да, готов. Выпускайте рачков, поехала. Хорошо. Не угадал. Вообще ужас. Vengeance is mine. Ой, Абиссал какой хороший. А, видел же, руки поднял. У меня и сатаник был еще. Я не стал нажимать вообще. Ну, проиграл тупо по своей тупости, если честно. Отвел иллюзию, и у меня был сатаник, у меня все было, я мог передамажить. Но он сейчас отвратительно нажал кнопки. Ну, первая драка за тобой получается. Сатаник не нажал, ничего не нажал. Ультом не махнулся. Вот такая драка первая, друзья. Просто не нажал ни одной кнопки. Но сейчас пойдем next, и посмотрим, что у нас получится. Let's go. Я еще сатаник прогулял. Ты сатаник прогулял тоже. Да, я тоже прогулял. Я еще, кстати, дефуз у меня первого левел. Так, друзья, второй раунд сейчас у нас будет. Первый раунд я проиграл из-за того, что не нажимаю кнопки. Я не нажал сатаник. Абсолютно рак. Ну и что ж, там хелс готов, да? Ты готов? Да, готов. Выпускай терочку. Поехали. Так, ну, хорошо. Первая тема есть. Тебе нужно идти до меня. Ой-ой-ой, это очень плохо. Ну, надо так делать. Уф. Без шансов, я просто не могу дойти. Ты не можешь дойти, да, с диффузой? Ты хекс отдавал, да? А куда ты хекс отдал? Нормально. Видишь, тяжело тоже таргет найти. Но сейчас я нажал все кнопки правильно, Терриблейд победил. Это хорошо. Попробуй, может, что-то пересобрать. А, ну что, друзья, поменял у нас билд немножко. Там хелс, он выбросил хекс, потому что с хексом все-таки, ну, не может он. Когда иллюзии закончились, уже не может он драться просто, потому что, ну, не хватает у него ни урона, ничего. Сейчас у него будет молния, молния у него уже есть. Это значит, что он легко убьет мои иллюзии и начнется драка. Вот так. В принципе, я готов. Там хелс, ты тоже готов, я знаю. Поэтому выпускайте рачков. Поехал. Хорошо. 1000 маны. Жесть, как мана улетела у тебя. Сейчас иллюзии. Помойку. Так, сата. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Абиссал. Ой, стан. Вот про это я и говорил. Все, то есть вот в эти моменты просто улетаешь в стан и не можешь выйти. Стан с первого скилла. Стан идет просто с руки, и еще Абиссал залетает. Это очень жестко. И, к сожалению, шансов такой теме нету. Сатаник нажал, ушел в стан. Даже не Сандер ничего не помогает. Ну, вот такой раунд у нас. Сейчас пойдем на некстовый раунд. Друзья, посмотрим, что я смогу сделать вот этому Леорику. Так, ну что, друзья, готовится у нас четвертый раунд. Как он купил молнию, начинается очень жесткая тема. Сразу находит настоящего, убивает все иллюзии. Посмотрим, что сейчас будет. Попробую немножко перехитрить. Надеюсь, мне ловкость рук позволит это. Ты готов? Да, готов. Выпускай терочков. Поехала. Жесть, мне нужно до твоего подхода слить. Ах, жесть. Видишь, я просто не могу с тобой драться. Ты перехиливаешься. Еще настоящий рядом оказался. Да, настоящий еще вперед закинулся. Да, ладно, я тогда поменяю два артефакта, потому что у тебя бабочка не дает никакого. Ну вот, то есть у него есть МКБ у Лерика, у меня бабочка никаких бонусов не дает. Ну и поменяю диффуз. Диффуз себя изжил. Поехали пробовать. Итак, друзья, что ж, у нас сейчас, по-моему, уже, если я не ошибаюсь, пятый раунд будет, а потом уже пойдут дополнительные и драки голыми, без артефактов. Голые, смешные, да, как эта передача? Не знаю, кто поймет, напишите в комментариях. Так, ну что, друзья, готовы вы сражаться? Там хелс, ты готов?
Да, поехали. Выпускайте рачков, погнали. Выпускайте рачков. Нет, 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 ну хекс лоу хп я не хочу давать. Я вот хекс нажал и жду, пока эта тема сработает. Все, я в баш просто улетаю, я не могу даже за хекс тебя убить. Я думал хекс раньше дать. То есть получается так, что если ты до меня доходишь, то уже все, шансов нету. Шансов нет. Так, ну это ладно. Если сейчас не получилось, то попробуем в дополнительном раунде, друзья, завалить вот эту машину. Вот просто вот имба тем, что он подходит, все, я стану не выхожу. Что-то нужно с этим делать. Сейчас попробуем что-нибудь придумать, это у нас будет дополнительный раунд. Так, ну что, друзья, поехал у нас дополнительный раунд. Я прикупил себе Abyssal, не знаю, попробуем как-то. Ну, стан на стан, попробовать его перебивать, не знаю, вряд ли что получится, но попробуем. Ты готов, да, там, Хелс? Да. Выпускай дирочков, поехали. Бля, зачем сатаник нажал? Случайно. Так, ну, Abyssal я тебе закинул. Ну, ты без сатаника, кстати. А можно убить тебя, пожалуйста? Ура. Кстати, я должен махаться тут. Но не факт, что я передамажу. Мне нужно, чтобы ты в стан улетел. Давай! Уф. Да, я просто не... Ты накосячил с сатаником, и это зарешало. Жестко зарешало. Слушай, сатаника не хотела добить. Да. Бежит сатаник, включил, как будто санстрайк под ноги кинули. Так, ну что, друзья, у нас еще один дополнительный раунд. Надеюсь, в этот раз он нажмет сатаник правильно. Там, Хелс, не запутайся, у тебя немного кнопок, у меня много, у тебя нет. Будет нормально. Это у нас дополнительный раунд, еще дополнительный. Ты готов, да? Да. Выпускайте рачков, поехали. Хорошо, ой, как хорошо. Ля... О, баш вылетел, ты понял, да? Баш вылетел. Так, найди настоящий, называется, интуиция шоу. Да, Abyssal закинуть. Сатан пошел, хорошо, рефлекшн. Отлично. Отлично. На. 1000 лет я томился во тьме, да? Блин, что пошло не так, как ты думаешь? Мне буквально пару секунд не хватило интереса. Знаешь, что еще тебе не хватило? Тот самый баш вылетел на первую твою жизнь. И у меня было очень много иллюзий на этот момент. Тебе да, это очень сильно усыпало. Не вышло. Ну, давай еще один доп сыграем. Ты согласен? На еще один дополнительный. Да, Abyssal слишком много чего делает. Abyssal очень много чего делает. Давай еще один дополнительный и пойдем уже драться без артефактов, правильно? Да. Let's go. Ну что, друзья, ластовый у нас дополнительный раунд, потому что, ну, уже подустали. И, конечно же, после этого пойдем драться без артефактов. Там, Хелс, ты готов, да? Да, готов. Выпускайте рачков, погнали. Погнали. Ой-ой-ой. Подожди. Дай сап... О, Abyssal есть. Ой-ой-ой. Это очень плохо. Баш, да ладно! Просто он только такой превознесся немного и прилетел баш. Ну что ж, на этом на самом деле закончились у нас драки без ограничений, друзья. Я считаю, в принципе, если на Террорблейде все правильно прожать, то шансы убить Леорика есть. И также у Леорика очень много шансов за счет того, что он очень сильно башит, если он подходит в упор. Вы сами видели, с фулл хп я вот здесь стоял. Он меня просто уничтожает. Там, Хелс, ты как думаешь, все-таки Леорик, наверное, посильнее, да, я так думаю? Имба на нем, баш. Баш вообще, то есть, просто из стана не выпускает. Но если держать его на расстоянии, он, в принципе, безобиден и, можно так сказать, дать ему по щам. В ранней стадии у нас Террорблейд, я считаю, что был чуть-чуть получше, чем Леорик. Ну, а в лейт-гейме, конечно же, если драться один на один... Если Леорик найдет Террорблейда, то, к сожалению, у Террорблейда шансов почти нету. А так, Террорблейд на расстоянии очень-очень легко расстреливает у нас Леорика. Если Леорик немного тоже ошибается, то Леорик также у нас будет падать. Ну и что ж, в принципе, я считаю, что нам нужно сейчас подраться просто уже без артефактов.
Ну и в принципе, закончить этот прекрасный выпуск. Поехали, друзья. Драки без артефактов. I'm blind, not deaf. Так, ну что, друзья, поехали у нас драки без артефактов. Мы уже прокачали все наши плюсики и готовы драться. Ты готов, там, Хелс? Да. Как думаешь, кто победит? Думаю, Йорик. Ну давай посмотрим. Что? Выпускайте рачков, поехали. О, у меня почему-то мета не нажалась. Лол. А, у меня баг с этими, с иллюзиями. Смотри, как сливаю бодро, кстати. Вот этот баг с иллюзией. А, я знаю, из-за чего этот баг. По-моему, я сейчас тут махаюсь хп и шансов не оставляю. Тебя, наверное, смутил этот баг с иллюзиями, да? Да нет, я видел. Забавно. Но первую драку я победил. Итак, друзья, второй раунд у нас сейчас драк без артефактов будет. Пока что Terrorblade у нас победил. И ты готов? Да. Выпускай тирочков, поехала. Блин, надо в АОЕшке быть. Вот этот баг напрягает, конечно. Жесть, я отхиливаюсь, кстати, нормально с рефлекшена. Так, ну я тебя слил первый. Первый слил первый раз. Опа. Рефлекшен пошел. Жестко. Вообще шансов нет. Ну, в принципе, мы можем и третий раунд еще подраться. Но имеет ли смысл? Да? По-моему, шансов вообще у Леорика на руне нету. Два раза Terrorblade уничтожает просто за счет ультимейта, за счет иллюзии. Все-таки иллюзии хорошо тоже дамажит. Но и за счет первого спейла я забираю у него пассивку себе на пользование тоже. Она у него работает и у меня. То есть в течение 5 секунд я также буду отхиливаться с 30%, так сказать, от дамага. Ну и в принципе все, я думаю. Ну и без артефактов, получается, у нас Terrorblade победил. Получается так. Да. Ну что ж, друзья. Надеюсь, этот видос вам понравится. Обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Обязательно напишите, кого бы вы еще хотели увидеть в такой рубрике. Там, Хелс, тебе спасибо, что ты помог. От души тебе. Просто от души, бро. Что помогаешь делать видос. Сейчас с Тамхелзом будем делать эти видосы. Ну и, в принципе, на этом все, друзья. Пожелаю всем удачи. Спасибо всем, кто смотрит, кто лайкает. Обязательно напишите комментарий, кого хотите на Next. Кого. Может быть, это Сларк против Хускара? Как думаете, кто кого? Это уже другая интрига, друзья. Все, ребятки, с вами был Ксаназис. До скорого.